Друзья, а как вы справляетесь с тем, что у вас села батарейка в других городах? Вот в Москве, в кафе я зашел. В автобусе тоже есть такая фигнюшка. В электричках во многих уже. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, есть ли подобные функции где-то в провинциальных городах. Вот, допустим, я был последний раз где? В городе Елец. Но максимум там, что можно найти, это розетку. А вот такие USB-разъемы вряд ли, я думаю, где-то есть. Не дошла еще цивилизация до провинциальных городов. А как в вашем городе?